Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается агрессии, вопрос касается насилия. Вот. Со стороны автора. Вот, со стороны девушки. По отношению, получается, к своему парню. Вот. Значит, она говорит, что поднимает на него руку, вот, потом себя винит. В разных ситуациях это происходит, в разных абсолютно ситуациях это происходит, да, то есть, ну, в каких-то конфликтных ситуациях это может происходить. И, в общем-то, автору вопроса довольно тяжело. Это все. Вот, и она, соответственно, спрашивает о том, что делать, что мне делать с собой, да? Вот, я вот тут почитал, да, какие-то комментарии к ее вопросу, и, на мой взгляд, вот, тут просто был комментарий, да, не пить, потому что вот эти все, как бы, эпизоды насилия, они, в том числе, происходили вот в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Так вот, мне кажется, что дело не в алкоголе. Алкоголь — это, ну, то же самое, по сути, что и насилие. То есть это попытка убежать. Попытка убежать. Это попытка убежать от чего-то в, ну, вас. Это бегство. По сути. По сути дела, это бегство. И вот, что вот самое такое, я бы сказал, ну, может быть, неприятное, да, в этой ситуации, или, может быть, самое такое грустное в этой ситуации, это то, что вы бежите от себя, вы бежите от своих чувств, вы бежите от своих эмоций каких-то, вы бежите от своих переживаний, вы бежите от своей жизни. По большому, ну, по большому счету. И если вот, говорить, что вам делать с собой, то я бы сказал, что вам нужно встречаться, собственно, вот с самой собой. Встречаться. То есть, смотрите, а я вот какая, когда вот у меня появляется такой вот приступ агрессии, или когда возникает, значит, ну, конфликт, а я вот какая я в этом конфликте, что я чувствую, вот. И говорить об этом, проживать это. Ведь и насилие, и агрессия, ой, и алкоголь, и насилие, и алкоголь. Это способ для вас, способ как-то обратиться с тем, что вы чувствуете. Как-то обратиться с конфликтом, который появляется, возникает у вас. Вот. Это именно способ. И нужно увидеть, с чем вы сталкиваетесь. С чем таким вы сталкиваетесь, что вам нужно решить это с помощью вот, либо алкоголя, либо конфликта. Я думаю, что во многом
речь идет про страх. А вот я думаю, что во многом речь идет про некоторые такие, скажем так, порывы, которые вы в себе сами блокируете, считаете их слабостью и так далее. Я думаю, что речь идет о вашем отношении к конфликту. Потому что это все возникает в конфликте. Я думаю, что отчасти из-за этого, из-за того, вот, что вы выбираете такой способ обратиться со своими чувствами, я думаю, что вот, по этой причине, отчасти по этой причине, вы выстраиваете такие отношения, где есть ревность, вот, где есть какая-то поверхностность, да, где нет глубины, где нет такой вот духовной личностной связи между вами, между вами и, ну, и человеком, и вашим партнером. Вот. И, соответственно, если вы будете идти в эту сторону, то вы сможете выстраивать более глубокие отношения. Вот. И в этом вам может помочь психолог, а если парень солидарен с вами, что у вас в отношениях есть трудности, то вам имеет смысл вместе с парнем обратиться также к психологу семейному и научиться более конструктивным моделям взаимодействия. Всего вам самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи!